Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать именно тебя на моем канале. И сегодня я снимаю новое видео, естественно, ваша любимая рубрика с боксами. Сегодня я вновь собралась радовать свою сестру, но на этот раз без повода, и я решила немножечко видоизменить эту рубрику. Накупила побольше ништяков, побольше косметики, всяких крутых подарочков, но в сам бокс деньги складывать я не буду. Сегодня мы вместе с Полиной, которая прямо сейчас стояла за кадром. Всем привет! Привет! Будем снимать небольшую распаковку. Я знаю, что я купила для Полины, а вот Полина не знает. Да, это не будет для нее суперской неожиданностью, что я в очередной раз зайду к ней в комнату и такая: блин, Полина, у меня для тебя вновь бокс, давай распаковывать. Полина уже знала, зачем я поехала, в какой торговый центр я поехала, ну что я купила, естественно, не знает. Мне очень интересно, что Карина мне все-таки купила, потому что я уже увидела громадную коробку. Поэтому присаживайтесь поудобнее, запасайтесь печеньками, вкусными чаем. Полиночка, пододвинься вот так вот, чтобы я сейчас показала зрителям. Я приобрела тяжеленную вот такую вот коробку. Вы только посмотрите, там очень много подарков, и естественно, так как сейчас у нас праздник, День влюбленных, не знаю, когда вы видите это видео, но все равно не за горами, а конкретно завтра. Стопудово это видео выйдет уже числа так 20 февраля, поэтому посмотрите, какая красота с сердечками, с красивым бантиком. Там очень много крутых подарков. Коробка огроменная, там просто дофига всего, поэтому ставим лайки, подписываемся на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали, потому что не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного и будете натыкаться на мои видео еще не один раз. Нажимайте на колокольчик, который вы видите на своих экранах, чтобы не пропускать премьеры и смотреть мои видосы первыми. А сейчас Полина будет распаковывать подарки, которые я для нее купила, просто для поднятия настроения. Оно и так поднято. Ну, будет вдвойне поднято. Мы можем начинать. Поехали. Я решила взять с собой воду, точнее набрать вон в тот тазик, который лежит на полу. И, в принципе, посмотрите, что с моей кофтой сейчас, как бы, да. Зачем нам вода? Вода нам нужна кое для чего. Там как раз-таки эта прелесть лежит в боксе, поэтому вода нам... Будем опять пробовать соль для ванны? Не знаю, посмотрим, посмотрим. Так что, ребятки, я буду с этим пятном, я думаю, вы на меня не обидитесь. Ну, кофта мне просто очень нравится, так что, если что, буду снимать вот так, так не видно. Погнали. Ну что, дорогуша моя, можешь приступать открывать бокс. Да, ура. Да, 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 да. Дождалась. Дождалась. Интересно, что же я тебе на этот раз положила в эту прекрасную коробочку. Бантик потом прикрепишь куда-нибудь, раз ты его так красивенько вырезала, ребят, посмотрите. Вот такая вот красотень. Как ты думаешь, что это? Ну, как бы и так видно. Но... Я прочитала... Что? Это духи Шанель, которые я тебе показывала и которые я хотела. Да, это те самые духи Шанель, которые так давно хотела. Это просто тоже запах, который я хотела. Да, с такой ноткой немножечко вкусненькой, сладенькой. Это такая вот красота. Можешь их открыть. Хочешь, открывай прямо сейчас. Мы зрителям покажем флакончик, как выглядит эта красота. Распаковка духов. Карина, это очень мило, спасибо большое. Я вообще думала, ты не запомнила. Ты так на отвали смотрела, когда я тебе показывала. Я думала, ты не запомнила. Ну вот, как видишь, заметила, обратила внимание. Блин, я боюсь порвать. Ребенок аж боится порвать, ребят, вы не представляете, насколько сильно она хотела эти духи, поэтому сейчас Полинка их откроет, посмотрим. Да. Да. Такие милипизерные, такие красивенькие. Красота, покажи зрителям, какая красота. Надеюсь, я угадала. Да. Ребят, хочу, чтобы вы обратили внимание на вообще сам флакончик духов Шанель. Полина давно хотела себе конкретно духи от Шанель. Посмотрите, какая красота, как они офигенно выглядят. Поэтому, Полиночка, у тебя есть теперь духи Шанель. Это такой один из главных подарков. Блин, какие они крутые. Просто с ума сойти можно. Супер, открываем дальше. Тут, как ты видишь, у нас... Наполнитель, но я его уберу, потому что так неинтересно рыться в наполнителе. Ага. Так, я поняла, для чего нам вода. Это бомбочки для ванны, да? Да, ты угадала. Класс. И ты выберешь сегодня одну.
тут 4 бомбочки, 4 красивенькие бомбочки офигенские, 2 из них желтенькие, и мне сказали, что именно в этих желтых бомбочках какой-то сюрприз. Поэтому ты сама выбери, какую бомбочку ты хочешь растворить. Ну тогда естественно, что я выберу. С сюрпризом? Конечно. Окей. Тут, блин, я так положила и упаковала это все дело, уже и так все видно, но давай. Давай сейчас растворим. Да, давай, чтобы была интрижка. Полиночка у нас сразу же тащит водичку. Мне интересно, какой сюрприз. Открываем. Я вообще не знала, что есть бомбочки с сюрпризом. Причем, Полина, как ты заметила, я тебе решила подарить бомбочки на этот раз не из Лаш, потому что я тебе постоянно даю. У нас все уже были бомбочки от Лаш по 3 раза. Да, по несколько раз, а вот таких бомбочек из корейского магазина еще не было. С учетом того, что сказали, что внутри сюрприз. Сейчас мы узнаем, что за сюрприз. Полиночка у нас открывает бомбочку. Стой, 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 не растворяй. Вкусно пахнет. Мармеладками, понюхай. Мармелад. Съесть охота, у меня аж слюнки потекли. Я тоже. Хочу мармеладки теперь. Хорошо, что их там 2. Одну в ванной растворю. Бомбочка выглядит, ребятки, вот таким вот образом. Я специально взяла 2. Полине уже не терпится растворить. Давай, погнали. Не так, конечно, она растворяется сразу же, как в Лаш, но очень красивенько пенится. Она зато шипит очень прикольно. Да, очень красиво шипит, сразу же появляется пенка. Причем камера, ребят, передает цвет не так. Я попробую передать этот цвет насыщенностью, потому что цвет в реальной жизни на самом деле очень-очень насыщенный. Как пахнет вкусно. Угу. Давай с тобой не будем полчаса ждать, что у нас там растворяется. Зрители уже увидели, какая красота. В принципе, нам сказали, что внутри сюрприз. Давай ты откроешь еще пару подарочков. И вернемся к бомбочке. Давай. Карина! Я у тебя просила такую же, как у тебя. Да, ребят, это мой самый любимый тоник. Я хочу, чтобы вы обратили внимание. Голубая баночка, которая уже почти закончилась с жижей внутри. Это тоник специальный-мицеллярная вода, которую я использую на постоянной основе. Поэтому, Полиночка, дорогая моя, можешь распаковывать. А что там распаковывать? Ну да, тут, в принципе, нечего распаковывать. Просто... Крутая, я очень хотела. У Полины теперь есть литровая мицеллярная вода. Причем вот эта вот штучка, тут нажимаешь, как бы специально на ватный диск уже все заранее наносится. Бутылечек такой суперский от Dolce Milk. Открываем дальше. Ребят, вот всем советую, она еще поры очень хорошо очищает. Угу. Мицеллярная вода это. Так, следующее. Я вижу какую-то посуду. Это бальзамы для губ. Класс! Это бальзамы для губ в виде посуды. Причем, ребят, посмотрите, пока Полина не открыла. Вот так вот это дело выглядит, такая вот а-ля посуда. Якобы кофе в помещении и кофе с собой. И это бальзамы для губ. Так что, Полина, открывай, посмотрим вообще, что это за бальзамчики такие. Кстати, еще в бокс я тебе положила еще бальзамы, поэтому сегодня мы их с тобой тоже рассмотрим. Блин, класс! Давай, достаем, посмотрим, как, в принципе, эти бальзамы для губ работают. Я вообще такие ни разу не видела. Скажи еще, что они кофейные, понюхай. Нет, но пахнет вкусно, какой-то ванилькой. Угу, да, ванилькой, вкусные бальзамчики. Ну-ка, второй открой. Второй. Невкусно? Может, медовый? Нет, какая-то... Медовый. Я знала, что тебе не нравится медовый, я не знала, что он, блин, с таким запахом. Но я себе заберу, подаришь? Да. Все, мой медовый теперь бальзам для губ. Мой ванильный. Договорились. Супер, у нас теперь есть такие бальзамчики. Смотрим дальше. Дальше я вижу какой-то чемодан, и я вижу надпись Dolce Milk, значит, там что-то офигенное. Полина у нас взяла ножницы, я тебе в тот раз дарила рюкзачок, где были подарочки от Dolce Milk, а сейчас это как чемоданчик, который открывается таким вот образом, ага, и открываем. Мне самой интересно, что там, но по описанию там вообще очень много всяких шампунчиков, скрабиков. Сейчас в точности узнаем, что внутри. Мне самой очень интересно. Вау. Итак. 3 бутылечка. Ты в курсе, что это очень крутая косметичка сама по себе, этот чемоданчик? Да! Можно точно. Много чего хранить, конечно. Реально крутая косметичка. Офигенная. Ее в школу можно носить, потому что я очень много косметики ношу в школу. Всяких кремов. Да в школу ты зачем хочешь? Косметику таскать, краситься? Ну, не знаю, я ношу всякие масла для кутикул, крема для рук. Консервы. Ну да, вот сюда сложила, и у тебя больше, чем чемодан, чем рюкзак занимает место. Это, наверное, лямка для этого. Да, это лямка. Кондиционер экстремальное увлажнение. Угу, кондиционер для волос, я так понимаю. Возможно, для тела, потому что увлажнение. Да, 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 скорее всего. Да. Угу, дальше. Дальше. Тут все банановое, как я поняла. Ну, вот это. Банановое я обожаю, и ты тоже, я уверена. Шампунь, экстремальное увлажнение. Шампунь, ну да, значит, это гель для душа. Кондиционер и шампунь. А, кондиционер. А тут наверняка шампунь. А это мицеллярная вода. А, все, мицеллярная вода, кондиционер и шампунь. Все, Полина, у нас теперь чистюля будет. С набором от Dolce Milk. Кстати, это начнет кончаться, можно подлить из этого туда. Да, наверняка. В принципе, он у меня кончается, я себе подолью, пока ты не видишь. Так.
Ты себе отдельный бокс собирай тогда, уже половину забрал. Ребята, вы посмотрите, какая наглая у меня сестра. Давай дальше. Так, дальше. Мыло. Мыло. Покажи. Да, это мыло в виде манго. Причем оно пахнет манго. Да. Офигенное мыло. Таким свежим манго в Дубае такой давай. Да. Очень вкусно. Офигенный запах. Дальше я вижу ангелочка. Это конфетки. Конфетки. Я знаю, как ты любишь шоколадные конфеты. Набор шоколадных конфет сердце. Угу. Причем посмотрите, ребят, как они прикольно выглядят. Они вот такие вот из белого шоколада, а внутри красный шоколад. Карина! Карин! Да, дорогая моя. Это та кофта из Бершки, которую я хотела, которую я тебе показывала. Да, тоже. Да. Это та самая кофта, о которой ты мечтала. Да, я очень ее хотела. Да, посмотрите, какая она стильная. Не хочешь переодеться? Конечно, хочу. Давай. Итак, Полина у нас вернулась. Такая вот тебе очень идет. Мне очень нравится. Офигенная кофта, просто спасибо. Суперская. Дальше я вижу пастила. Написано, что это пастила. Ага. Пастила ассорти. Тебе тоже можно, так как ты на диете, я поделюсь. 100% натуральный продукт. Ну-ка, давай-ка откроем. Давай. Я продегустирую. И я продегустирую. Все рвем, ломаем, портим. И Полина немножечко у нас так открывает. Подпортила немножечко. Нормально же, мы не умеем пастилу открывать. А, ее можно было. Да, можно было с помощью наклеечки нормально открыть. А у тебя все как обычно. С помощью наклеечки тоже нормально не получается. Ну давай, рви, ломай. Попробуем с тобой пастилу. Это вау. Булочки какие-то. Это что? Ну-ка, открой, откусим. Я боюсь. Давай, давай. Пахнет яблоком. Ну да, это пастила, потому что пастила же разная бывает. Блин, такая ты простая. Итак, я первая дегустирую пастилу. Ну-ка, да еще. Ты подарила мне пастилу, значит. Вкусно, а как ее сделали такую? Офигенная пастила. Она такая воздушная. Офигенная, очень воздушная и вкусная. Дай, я откушу. Откусила. Давай дальше, моя дорогая. Я вижу маски для лица. Угу. В виде тигра. Еще одна в виде тигра. Угу. Панда для губ. Патч для губ. Патч. Угу, да. И сердечко. Офигенные маски. Да? Это мне посоветовали самые крутые. Спасибо. Достаем дальше. Я вижу, это если что-то съедобное. Это бомбочки. Благодарна. Это... Это бомбочки. А. Тебе недостаточно съедобного, дорогая моя, полный холодильник сладкого. Я после этой бомбочки так мармеладки захотела, капец. Угу. Блин, крутяк. Да. Лобстеры. Да, ребят, посмотрите. Вот такие вот миниатюрные лобстеры. Это все бомбочки для ванны. Маленькие. Я очень люблю миниатюры, они такие красивенькие. Давай, Полин, с тобой откроем одного лобстера как раз. Что-то какой-то это не лобстер. Лобстер. Давай, дорогуша моя, посмотри сначала на ту бомбочку. Она еще не растворилась. Но там нет подарочка никакого. О! Что это такое там? Это резиновая уточка для ванны. Она плавает, смотри. Ребят, прикиньте, в бомбочке лежала резиновая уточка. Она такая приятная на ощупь. Она пищит. Ребят, посмотрите, в бомбочке лежала резиновая уточка. И так все вкусно пахнет мармеладками, я хочу мармелад. Офигеть, какая красота. Ну-ка, лобстера давай растворим. Офигеть, прикольно. А в лобстере нету сюрприза? Круто придумали, да, Полин? Лобстер у нас чуть рассыпался. Ну-ка, отодвинь пенку, чтобы мы увидели, как растворяется бомбочка. Хорошо растворяется. Нормально растворяется? Причем яркий цвет, видишь, аж пальцы красит. Это на всю ванную одного лобстера. Ну-ка, раствори до конца. Да, вот так вот у нас растворяется. Круто. Плюс у нас перевернутая уточка из другой бомбочки осталась. Какая вот красивая уточка. Поверни ее ко мне на камеру. Красота какая. Такая она вот уточка. Она в пене утонула, как мы в снегу сегодня. Да, сегодня вообще капец снегопад. Ну что, Поль, возвращаемся? Да. Так, дальше тут я вижу по мелочам. О! Это румяна в стике, которые я просила. Да, это как раз те самые румяна, которые ты очень хотела. Открывается румяна. Итак, мы открыли наши румяна. Наконец-то. Угу. И сейчас опробуем. Блин. Но они растушевываются, естественно. Ты не будешь так наносить, как в сказке Морозко. Круто. Да, красивые румяна. Еще с блесточками чуть-чуть. Офигевшие. Да, вместе с хайлайтером. Дальше я вижу. Это тоже румяна, только они кремовые. Румяна, кремовые палетки. Ну-ка. Вау. Да, вот такие вот они красивенькие. Пахнет помадой. Помадой? Да. Может, это помада? Класс. Полин. Дальше я вижу тоже что-то от Dolce. Это блески для губ. Еще один есть блеск. Точно такой же, только с другим вкусом. Блеск для губ, я так понимаю. Так, ты сейчас какой вкус достала? Клубника. А вот этот арбуз. Посмотрите, ребят, как вблизи выглядит блеск для губ. Вау. Такой. В форме мороженки, да? Угу. Офигеть. Очень красивый. О-о-о! Еще удобней. Вкусно? Угу.
Как выглядит? Красиво, блестит. Классно. И такое же вот еще с арбузиком. Пробуем арбуз. Два слоя помады у нас с разными вкусами. Как тебе арбуз на клубничный вкус? Арбуз. Арбуз? Угу. Угу, арбузная супер. Жвачка. А это все-таки, да, клубничная была. Ну и что там у нас осталось опять в боксе? Мармеладки, вкус мармеладок. Я очень хочу мармеладки. А я забыла о тебе, у меня, Полина. Дорогие мои, вы сейчас охренеете и будете считать меня самой настоящей, лучшей, самой крутой, самой офигевшей сестрой. Почему? Потому что я купила Полине очень много вот этих вот подарков и хотела ей в начале ролика подарить то, о чем она сейчас как бы просит. Ты купила мне мармелад? Ребят, вы сейчас офигеете. Я несу тебе пакет, я несу тебе пакет, я несу. Закрывай глаза. Я уже увидела. Но все равно закрывай глаза, открывай глаза. Та-дам! Ты хотела мармеладки, получай. И это, ребят, самые любимые мармеладки Полины. Да, это мои самые любимые. И ты, прикинь, ты говоришь на протяжении всего ролика, хочу мармеладки, и если бы ты не говорила, я бы реально забыла, и это в ролик бы не вошло. Как я тебе покупаю. Это Полинины любимые от Чупа-Чупс марки. Да, это мои самые любимые мармеладки. Да, эти мармеладки, они со вкусом кока-колы. Друзьям, ребята, знаете. Да. И еще я тебе купила две мятные жвачки. Так что вот такая вот красота. Это намек на что-то? Нет. Спасибо. Так, пока ты ходила, я распаковала крем для рук в виде банана. Не в виде банана, а со вкусом банана, запахом банана. Очень вкусно пахнет. Да, когда ручки пахнут бананчиком, это всегда офигенно. Карин, спасибо огромное, я тебя так люблю, все, что я хотела, через 2 дня максимум исполняется. Так что, ребятки, я вас тоже очень сильно люблю, и скоро у меня откроется рубрика на канале, так как вы досмотрели этот видос до конца, где я буду дарить приятные подарки своим подписчикам. Поэтому Полиночка у нас сегодня счастливая, вдвойне приподнятое настроение. За это нужно поставить лайк. Да, мы в моем инстаграме еще раз покажем вам эти товары, также некоторые товары, которые я приобрела. Полина их еще не видела, я разыграю для вас, потому что я их приобрела для вас. Поэтому обязательно подписываемся на мой канал, подписываемся на мой инстаграм, потому что там совсем скоро будет просто офигевший конкурс. Полина у нас кушает мармеладки, радуются бомбочки, уточки резиновенькие, всяким крутым призам. Поэтому спасибо, что вы досмотрели это видео до самого конца. Радуйте своих близких почаще. Ну а с вами была Карина Аракелян и Полина Аракелян. Всем пока-пока. До скорых встреч. Мы вас любим. Пока!